И снова доброе утро, дорогие друзья. Как мы и говорили вам ранее, наконец-таки в нашей студии появилась астролог, который ждали расскажет мы, ждали мы Ирину. Все о том, что будет на этой неделе. Правда ведь? Доброе утро, Ирина. Доброе утро. Вы знаете, мы с Надеждой первый раз с вами общаемся вот в этой студии. Обычно по понедельникам вы рассказываете астрологический прогноз для Дениса и Светланы. Но сегодня нам бы хотелось узнать, что на этой неделе звезды сулят всем жителям нашей страны. С удовольствием. Ну вот сегодня, если уж брать сегодняшний день, лучше настроиться на внутреннюю работу, нежели на внешнюю, лучше не перенапрягаться, а еще очень хорошо уделить внимание немножечко своему здоровью, массажи всевозможные, там физические упражнения, там вот процедуры косметические очень хорошо. Что касается вторника, вот где можно многое чего сделать, успеть, если не лениться, потому что это день для решения серьезных таких вот дел, и очень важно быть во вторник в приподнятом настроении. Вот сами поднимайте настроение, другим будьте сами в приподнятом настроении, тогда очень много чего получится. Что касается среды, вот очень непредсказуемый день, поэтому я даже рекомендую не жить в среду по плану. Очень хорошо. Да, потому что все может с точностью, да, наоборот, обернуться. А знаете, когда мы не живем по плану, то всегда могут быть вот такие вот приятные какие-то ситуации, неожиданные. И это, наверное, очень для нас хорошо. Можно многое чего изменить. А вот четверг – прекрасное время для вообще любой работы, самое активное, наверное, на этой неделе, когда можно очень многое успеть, лучше не спать долго. Вообще такой динамичный день, проявляйте инициативу, берите все на себя, в свои руки. Очень хорошее время для социальной работы, для коллективной работы. Ну вот, в общем, если не будете спать в четверг, то, может быть, все дела, которые вы запланировали на неделю, успеете сделать. Поставим будильник на 6 утра, и проснемся, да, и будем делать абсолютно все дела сразу. Да, а вот в пятницу уже можно немножечко отдохнуть. Еще один день такой более пассивный, который требует, знаете, ко всему такого мудрого, основательного решения. Все нужно продумать, взвесить, и только тогда вот поступать. Очень хорошо выспаться, хорошо, вообще очень хорошее время такое для отдыха. Ну и, наверное, подумать о чем-то таком возвышенном, хорошо на природе побывать, пообщаться больше с природой. А вот из всех дней недели суббота – самый неблагоприятный день. Ну, в каком плане? Такой вот кризисный. Скажем так, я бы рекомендовала лучше отложить на более благоприятное время, потому что очень много искушений, провокаций, поэтому сами это постарайтесь. После пятницы те, кто расслабится, в субботу будут вот, страдать. Да. Поэтому лучше. Вы знаете, вот что значит прогноз? Вот встраиваешься в эту волну, да, и вот тебе вот поможет. Очень хотелось бы, чтобы мы так настроились. А в субботу нужно как-то проскочить, наверное. Да, но вот зато в субботу обязательно уделите внимание детям. Деткам поиграйте, подарочки. Почему? Потому что детская радость вот облагораживает этот день и делает его более солнечным. Ну и, наконец, последний день. Мы еще православные встречают его, да, с таким хорошим настроением. И, кстати, лунные и солнечные ритмы подстать этому, потому что это прекрасное время для любых, ну, вот вы знаете, праздников, и домашних праздников, и религиозных праздников. И вообще, когда очень хорошо задуматься о душе, хорошо прощать, жить в мире, в согласии, очень хорошо укреплять семейные узы, ну и отдыхать. Отдыхать для того, чтобы потом встретить следующую неделю с новым настроением, хороший с новым прогноз, напряжением, на новой волне. Ирина, мне понравилась суббота, Глеб. Огромное вам спасибо. Спасибо за этот прогноз, за оптимистичное отношение ко всему происходящему. Я очень надеюсь на то, что ваши предсказания непременно сбудутся. Нам хочется этого пожелать. Да, ну и очень хочется, чтобы каждый из нас понимал, что все зависит от нас. Совершенно верно. У нас в студии, дорогие друзья, был астролог Ирина Вахнач. Мы вам